Штык до немецкага карабіна Маузера знайшлі мытнікі ў рэйсавым аўтобусе Нікалая ў Гомель. Старадаўні прадмет з прыкладна векавой гісторыі выяўлены ў грамадзяніна Беларусі ў пункце пропуску Новая Гута. Падчас праходжання мытнага кантролю высветлілася, што прадмет не быў задэклараваны ва ўстаноўленым парадку. Экспертыза ўстанавіла, што гэта штык да магазіннага нямецкага карабіна Маузера ўзору канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў. Прадмет выраблены заводскім спосабам і з'яўляецца холодной зброей. В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь об оружии, на территории Республики Беларусь запрещается оборот холодного оружия и ножей. По данному материалу был составлен протокол по части 1 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь административных правонарушений и для рассмотрения был направлен в суд Центрального района города Гомеля. Санкция статьи предусматривает от 5 до 30 базовых величин с конфискацией либо без конфискации данного предмета. Подобные речи гомельские мытники затримливают нечасто. Так, у минулом годе было только 4 такие факты. Сярод предметов, монеты, образ и Библия конца 19-го, початку 20-го стагоддзяў.